Вітаю в ефірі «Тема дня». На Миколаївщині тривають протести проти запровадження окремої платіжки за доставку газу. Водночас Миколаїв названо одним з двох міст України, в яких не дослухалися до рекомендацій уряду щодо зниження тарифів на опалення. Отже, про те, чому запровадження окремих платіжок за доставку газу викликало протести, наскільки це обґрунтовано, та чому у Миколаєві тарифи на опалення не були знижені, говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. В студії Володимир Дубов, директор енергетичної компанії, заступник голови робочої групи з питань енергоефективності в місті Миколаєві. Вітаю. Та Віктор Ножкін, директор енергетичної компанії і член ради громадської організації «Розум». Вітаю. 28 січня в цій студії ми говорили з представниками акціонерного товариства «Миколаївгаз» про запровадження окремих платіжок на доставку газу. Ось як пояснила причини цього нововведення начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Так як ми крокуємо в Європу, то нам було виставлено умови з боку Європейського Союзу про те, що ми маємо зробити ринок газу конкурентно спроможним, тобто учасники ринку не мають бути монополізовані або під державою, а має бути конкурентний ринок. І внаслідок цього багато учасників ринку, вони стають незалежними, з'являються нові гравці, які мають право, можуть представляти себе як постачальники або ті, хто можуть надавати послуги на ринку природного газу. Вже декілька кроків в цьому напрямку зроблено. Перший крок – це в 2015 році, якщо ви пам'ятаєте, було розділено функцію постачання і розподілу, коли функція постачання була покладена на компанію зі спеціальними обов'язками. Це з'явився у нас «Миколаївгаззбут» – постачальник. А за «Миколаївгазом» залишилася лише функція розподілу. До речі, у різних напрямках це просліджується. Наприклад, в цьому році, згідно з законом про житлово-комунальні послуги, послуга з технічного обслуговування, вона також стала ринковою. Тобто, якщо це раніше робив лише «Миколаївгаз», то зараз будь-яка компанія, яка має дозвіл або ліцензію на проведення цих технічних робіт, вона також має право здійснювати обслуговування за договорами. Тобто, ми бачимо, що поступово у монопольної компанії забирають частину якихось функцій і виводять їх на конкурентний ринок. Я прошу вас прокоментувати ці тези. Ну, я бачу дві основні тези. Це намагання створити більш конкурентний ринок в енергетичній сфері і рух в європейському напрямку, тобто запровадження європейської практики. Будь ласка, Володимире. Ну, вы знаете, что этот закон о разделении был «Нафтогаз», было «Укргазвидобывание» и был «Укртрансгаз». Они входили в общую структуру, был монополист. Мы в Украине давно приняли законодательство, которое, в общем-то, движется к конкурентному рынку. Так называемый «анбандлинг», то есть разделение функций. Те добывают газ, эти транспортируют, облгазы доводят уже до конечного потребителя. То есть совершенно верно было сказано в сюжете, что рынок должен быть конкурентным. Конкуренция предполагает, что это много имеется субъектов предпринимательской деятельности, не только монополия государственная. То есть добывает газ не только Укргазвидобывание, добывают и частные фирмы. И, естественно, отдают его газотранспортную систему Украины. Транспортировкой занимается Укртрансгаз. Соответственно, у Укртрансгаза есть свои, так сказать, себестоимость этой транспортировки. Это десятки тысяч километров газовых труб. Это же не только. Это магистральные газопроводы среднего давления, это низкого давления, которое... Ну, так, стисло резюме, ви вважаєте це логічним кроком? Естественно, то есть, когда мы вводим рынок, мы говорим, что должно быть на рынке, ну, смысл конкуренции в том, или один монополист, который занимается всем. То есть сегодня потребитель имеет право выбора. Вот я сегодня с этим заключил договор, у него цена ниже. Завтра еще ниже. Ваша думка зрозуміла, про процедуру ще окремо потім поговоримо. Ваша думка?
Ну, для рынка я считаю, что в принципе сама идея правильная. И такую же идею я предлагаю и сделать и с центральным отоплением там, в городе Николаеве и во всех городах. Но люди возмущаются по причине не потому, что там две платежки. Этот вопрос можно решить. Там одной платежкой через банк, разделение платежек. Люди возмущаются в основном против самого механизма расчета вот этой стоимости доставки. Потому что получается, что расчет ведется по стоимости, по количеству газа, который люди потребили прошлого года, и начисляется на сегодня. То есть, если я весь год газ потреблять не буду, все равно мне доставку будут начислять ежемесячно одинаковую стоимость от того расчета. Если поменялся собственник на предприятии, то следующему, получается, тоже будут насчитывать, хотя он к тому потреблению не имел никакого отношения. На предприятиях люди там сдают в аренду помещения. Тоже получается, что предыдущие года распределяются на плечи других людей. Поэтому я считаю, что тут основная проблема в механізмі розрахунку цього тарифу. Угу. До цього ще повернемося обов'язково сьогодні. Станом на 2 лютого дві міські ради Миколаївщини, Баштанська і Первомайська, прийняли звернення до керівництва держави з вимогою відмінити подвійні платіжки. Маємо коментарі з цих міст. Віталій Грицюк, депутат Баштанської міської ради, будь ласка. Один район із найбільш газифікованих. Ця газифікація проходила за власні кошти колгоспів, а члени колгоспу, вони були власниками колгоспного майна, тобто це їхні були гроші. Але в свій час передалося це громаді безоплатно, чи державі безоплатно, і держава якимось чином передала це в приватизовані структури, в приватні структури. І тепер маємо платити за це. Маємо факт того, що деякі мережі на сьогоднішній день належать навіть районній владі. Вони стоять у нас на балансі. Ми є власниками. І як власники нам ніхто не погоджував про те, що будуть виставляти орендну плату за наші ж мережі нам же. У нас, як депутатів, виникає питання. Ми ніколи не звертали увагу на те, що ці всі мережі проходять по землям комунальної власності. Вони проходять по землям власників паїв. І кожна людина на сьогоднішній день задумалася, а чому мені ніхто не сплачує орендну плату за те, що через мою землю проходить газова мережа. Приватної компанії, яка викачує дуже великі кошти з України і не сплачує йому. До речі, цими коментарями, цим і двома наступними, ми завдячуємо нашим колегам з Українського радіо Миколаїв. Вчора у них була програма на подібну тему. Не всі коментарі увійшли до програми. Як, зокрема, коментар голови квартального комітету номер 33 міста Первомайська Юрія Петроченка. І зараз можемо його послухати. Ну, я, мабуть, більше скажу, як не голова квартального комітету, а просто як громадянин, який пользується газом і цими мережами. Значить, дивіться, я не готовий поки не заплатити за мережу ту, що я сам проводив. Чого я немножечко так обосную? Ну, во-первых, буквально вчора приїжджали з обленерго до нас сюди в Первомайськ, і руководителі не відповіли ні на один вопрос нашої положительно, в чому питання. Це раз. А вторе, як я можу оплачувати счета за транспортировку, я не кажу за газ, я іменно кажу зараз за транспортировку. Якщо ця вся структура, їхні організатори судебним, ну вони ще судяться до сих пор із, так сказати, із нашою державою по поводу цього спорного питання. Я, може бути, і готов заплатити, але тільки тоді, коли буде рішення суду, що от за це я должен заплатити. А так, ну, поки нічого не готов. А 3 лютого у Вознесенську люди перекривали трасу Миколаїв-Київ з вимогою відмінити подвійні платіжки. Вчора, як я вже сказав, 5 січня наші колеги з Українського радіо Миколаїв обговорювали це нововведення. І в студії у них був Вознесенський міський голова Віталій Луков. Ось його коментар з приводу впровадження окремих платіжок за доставку газу та логічності такого нововведення.
дві ціни або дві платіжки – це очікувано було для мене, але я не думав, що це буде так болюче і так мало буде готуватись суспільство до переходу. Потрібно було краще підготуватися. Але це має бути, тому що так є в усіх цивілізованих країнах. Я все-таки підтримую людей в тому, що сама формула розрахунку транспортування не є вірною, вона обманює трохи людей. Тому що в минулому році вже люди заплатили за транспортування по минулорічних витратах газу. Потрібно було врахувати коефіцієнт, певний якийсь коефіцієнт на сьогоднішнє споживання газу людини. Тоді людина чітко зрозуміла, чим менше вона споживає, тим менше вона платить за транспортування. Так трохи незрозуміла схема. І не можна приймати чи ту сторону різко. Міський голова повинен зводити конфліктуючі сторони і зводити їх до того, щоб знайшли спільне рішення, яке задовольняє одну і другу сторону. Віталій Луков, бачите, Віктор дещо повторив ваші тези, що все ж таки механізм трошки, мабуть, не продуманий. Ви погоджуєтесь? Я? Ну, спочатку ви. Ну, в принципі, ми висказали одинаковые взгляды. Механизм не продуманный, поспешили, я так понимаю, что очень большая составляющая политическая в этом деле. Никто не опирался на экономические и социальные вопросы. Поэтому я думаю, что эту проблему надо... Политично складова? Политично складова в том, что... Перед выборами местными? Ну, сейчас, да, сейчас будут выборы. И сейчас идет война за рейтинг. Так, и вопрос, кто его сейчас заработает больше, кто меньше, я думаю, что ну, тут тоже эта проблема все равно существует. Так, и вторая проблема – это борьба за потоки финансовые. Я думаю, что проблема стоимости газа и проблема транспортировки газа, в принципе, разделение не есть проблема. Проблема в том, насколько суммарно мы платим за эту услугу. Если мы ее потребили, человек как должен? Потребил услугу, заплатил. Это все равно, что если я каждый день хожу в магазин за хлебом, а в какой-то день не пошел за хлебом, то мне выставили счет, что я не купил ту буханку хлеба, которую я, в принципе, по их понятиям должен был купить. Они же привезли туда хлеб? Привезли. Иди покупай. Так, поэтому я считаю, что этот вопрос надо привязать к потреблению газа, там, месячному потреблению, и транспортировка должна быть разумной, просчитанной и ну, обоснованной именно на потребление там, этого месяца, да, если мы платим там, раз в месяц за газ. А так как получается, что мы платим стоимость транспортировки за прошлый год, то мы там уже заплатили за все. А если я в этом году потреблять газ весь год не буду, то что, мне выставят счет, получается, за весь год. Так, если я задал вопрос там Николаю Газе, а если я налито вот котельную для людей газ перекрываю, пломбирую? Он говорит, нет, все равно ты будешь платить за доставку газа. Я говорю, а как не платить? Надо отрезать полностью, заглушать трубу, тогда не будешь платить. Я понимаю, что после того, как я отрежу трубу, через 3 месяца для отопительного сезона я скажу, подключите трубу, мне скажут, бери тех условия, делай проект и выполняй все условия по работам, которые будут намного выше стоимость, чем та транспортировка газа, которая тоже высока. Ну, это припущення звучить, как наче вони просто хочуть додатково заробляти. Я считаю, что вот вопрос в том, что люди говорят, мы эту трубу проложили за свои деньги, эта труба наша. В принципе, с одной стороны, люди правы, но с другой стороны, эту трубу должен кто-то обслуживать. Или люди должны... До цієї тези я планував повернутися. Зараз спочатку я хочу послухати, що думає Володимир з приводу того, що говорили і Віктор Ножкін, і Віталій Луков, про те, що механізм не продуманий. Ну, я думаю, что идет процесс внедрения этой раздельной платежки, говорят. И можно это, в принципе, сделать и в одной платежке. Так оно раньше и было. Был тариф. Механизм нарахования коштів за доставку. Стоимость газа была и стоимость транспортировки. То есть в этом тарифе было учтено все. Раз разделили, соответственно, цена газа теперь определяется по европейскому хабу. То есть цена газа вызначается Нафтогазом, причем, я так понимаю, в последнее время сделали гарантированную цену для населения и тариф на транспортировку. Но брать это все по прошлому году, когда есть сегодня. Есть у нас рынок электроэнергии, который был введен в прошлом году в июне. Рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед, внутрисуточный рынок. Рынок гарантированный покупатель есть, то есть
Был уже, так сказать, рынок внедрен раньше. Там тоже есть тариф на выработку электроэнергии, на транспортировку. По высоковольтным сетям, по низковольтным сетям Обленерго. То есть Обленерго имеет свою часть, Укрэнерго имеет свою часть и так далее. Есть стоимость генерации. Она зависит от того, кто в данный момент поставляет электроэнергию в рынок. Сколько атомных станций, сколько солнечных, ветровых, гидро и так далее. Из этого делается микс вот этой генерации. И стоимость транспортировки тоже зависит от конкретных. Вот сегодня мы поставляем по такой-то цене. То есть это устанавливает НКРЕ КП в зависимости от той себестоимости, которую дают ему эти поставщики. Вы то есть цена не устанавливается просто. Ви впевнені, що тариф за доставку газу розраховувався логічно і з урахуванням всіх цих технічних... Ну, що значить впевнений, технічних... не впевнений? Це ж такий вопрос. Да. Логічно. Ви говорите про процедуру прийняття таких рішень. Тобто, водночас звучать протести. Люди приймають рішення, їм дають розчети. От у нас заробітна плата така-то, стоїмость обслуживання, як говорив господин Віктор, стоїть стільки-то, протяженность трубопроводов такая и так далее. То есть все это рассчитывается, это физика, грубо говоря, математика. Поэтому мы, если делаем расчеты, то заработная плата выросла у нас в определенный период. Значит, мы должны в тарифе увеличивать и стоимость заработной платы. Отсюда идут расчеты всех тарифов. Поэтому те, кто предоставлял эти расчеты, облгазы, значит, Укртрансгаз, они основывались на этих расчетах. Логика такая. Про те, що вартість газу знизилась, ми трошки пізніше поговоримо про це, чи відчули це Миколаївці чи ні. Ще дві тези, принаймні, прозвучали в коментарях з районів, з райцентрів. Наприклад, ну, знову ж таки повторювали, що це, і ви почали про це, Віктор, говорити, що це наша власність, ми за свої гроші проводили ці газопроводи, і тепер повинні до них платити. Начебто зрозуміло, що йдеться про обслуговування, тобто встановити і обслуговувати це різні речі. А як щодо того, що це на комунальній або чиїсь приватній землі ці самі газопроводи проходять, чи можуть люди, наприклад, власники або громади, по території яких проходять газопроводи, сказати, що ми вимагаємо частку грошей за ті прибутки, які ви отримуєте, користуючись нашою землею? Ну, тут должен быть, наверное, все-таки вступать в вопрос закона о сервитутах, да, это по земле-то, да, и провода над землей проходят, то есть это вопрос немножко, я думаю, что в другой плоскости надо рассматривать. А вопрос газопровода, я считаю, что ноги растут еще издалека, когда приватизировали все вот эти системы газопроводов, приватизировали в частные руки. Как по моим понятиям, то вот газопроводы, водопровод, канализация, это должны быть коммунальными структурами. Так, вот на сегодняшний сами сети. И возможно, там, скажем, эти сети сдавать или в аренду, да, или в какую-то другую форму управления, но сами сети должны быть коммунальными. Тогда люди не будут возмущаться. Так, а так получается, что нарушаются права, нарушаются расчеты. Люди не могут даже планировать, как оно будет. Да? Я вот не знаю, как мне вот людям рассказывать в следующем году, что у них повысится тариф, потому что в прошлом году мы газа потребили там, на большую сумму. Да? А в этом году зима была теплая. Так, мы, получается, должен быть, по идее, тариф меньше, а за счет того, что вот эти расходы по транспортировке газа по прошлому году рассчитываются, то тариф должен тогда увеличиться. И нам придется это делать. Вы имеете в виду людей, которых вы обслуживаете, вы не даете послуги с теплопостачания? Чи... Ну, я, там, скажем, я к примеру, да, как мое предприятие. Но мое предприятие это там маленькая одна экспериментальная котельная. А весь город как будет? Вот, все сети теплокоммунэнерго, да, это же ТЭЦ, они что же потом начнут включать это в тариф людям? Как они должны потом этот тариф летом, то, что им насчитывают, они тоже должны включить людям зимой? Если человек потребляет зимой много газа, летом потребляет мало. Получается, что летом ему приходит платежка на газ, а стоимость транспортировки в несколько раз будет выше, чем стоимость платежки на газ. И тогда получается, у нас у него один куб газа летом будет стоить 2-3 раза дороже. То есть тут я считаю, что неправильный подход к тарифообразованию и к механизму оплаты. Все цены должны быть привязаны к потреблению газа на сегодняшний день.
Рішення, знову ж таки, я спитав, чи впевнені ви, що там все логічно і розраховувалося. Рішення Національної комісії з регулювання енергетики та послуг, так, приймає одноосібно. Тобто немає ніяких консультацій, обговорень з фахівцями, з експертами. Ну, я не думаю, що так приймають рішення. Просто прийшов, дали тариф і тут же підписав. Звісно, є обговорення. Але вас, наприклад, ніхто нікуди не запрошував. Ну, коли готувалися такі рішення? В конкретному випадку нас не привлекали. Хоча, в принципі, я участвую в роботі робочої групи енергоефективності міста Миколаєва. Одно із ключових рішень сьогодні, от ми обговорюємо тарифи, багато-мало. Самий дешевий газ – це той, який не потребляє. Понимаєте? Тоді питання дорого-дешево. Если сегодня все говорят, что мы потребляем энергоносители в три раза больше, чем в Европейском Союзе, значит, надо снижать это потребление. Мы же отапливаем воздух, мы же отапливаем это. Поэтому... У нас роки 5 тому было 70, здається, так, мільярдів на рік, что споживала Украина. Естественно, сьогодні да. Раза в три меньше? Значит, сегодня есть цифры, которые говорят о том, что потребление, ну в среднем я говорю, это не только касается газа, это потребление энергоносителей для производства тепловой энергии, транспортировки. То есть мы с тяжелым трудом добываем этот газ, транспортируем, потом дальше обогреваем воздух. Речь идет о том, чтобы сегодня заниматься энергоэффективностью. Так, и это основной, ключевой вопрос сегодня. И на рабочей группе мы обсуждали эти вопросы. А тепловые сети Николаева, как они сегодня работают, какова эффективность бюджетной сферы. То есть сегодня стоит вопрос номер один – сокращать эти расходы на производство гигакалорий тепловой энергии, на транспортировку и уменьшать расходы, нагрузку бюджета города Николаева на производство теплової енергії, отоплення зданий бюджетної сфери. Це ключові моменти. Ми логічним чином перейшли до другої частини нашої програми, хоча у нас залишається 4 хвилини на це. Миколаїв звинувачує в тому, що це одне з двох міст в Україні, де не дослухалися до рекомендацій уряду щодо зниження тарифів на опалення в цьому сезоні. Чи повинні були в Миколаєві знизити тарифи? Якщо так, то чому цього не зробили? Але прошу по 2 хвилини, будь ласка. Ні, ну слово повинні чи не повинні. Ну, если, це рекомендація, так? Якщо цей тариф був обоснований, то як можна його знижати? Вопрос в тому, що, опять же, вот этот лозунг перед выборами, что мы снижаем вам тарифы, прозвучал... Ну, газ подешевшел, основная складова, так, тарифы? Газ был дешевле в декабре месяце. С января месяца газ опять подорожал. Угу. И добавилась еще транспортировка. Так. И вопрос снижения тарифов, допустим, многие города решили как? Городской бюджет выделил там, в Харькове там, 700 миллионов, там, да, цифры есть, там, во Львове там, 300 миллионов. В Николаеве выделили там, 12 миллионов теплопоставляющей компании на зарплату. Да? То есть, в принципе, я считаю, что сама Теплокоммунэнерго снижать тариф не имела никакой финансовой возможности. Если государство бы оплатило эту разницу в тарифе, да, между справедливым тарифом и тем, который они предлагали на 30% снизить, то можно было бы снизить. Только вопрос возникает дальше. У меня не государственная компания, у меня не коммунальная компания. Я поставляю тепло. Я должен снизить тот тариф? Мне горисполком даст потом компенсацию на эту разницу в тарифе? Не даст. То есть, получается, нарушаются условия конкуренции. Я тут не согласен, и не должны были снижать этот тариф. Вопрос то, что людям не хватает, то, что людям тяжело, это тоже другой вопрос. То, что у людей пенсии социальные, распределение социальной помощи, как распределяется, то есть, может быть, там еще проблема. Так, Владимир. Ну, вы знаете, что город снабжает, это Николаевская ТЭЦ и Николаев Теплокоммунэнерго, там у них тоже разные тарифы. Если, допустим, мы говорим о ТЭЦ, она расположена в районе Черноморского завода, соответственно, сети. Соответственно, тарифы рассчитываются от потребления газа, от производства тепловой энергии, от коэффициента полезного действия от производства этой тепловой энергии и основные, так далее. Вот Виктор уже сказал, что да, газ был трошки дешевше, потом подороже. Совершенно верно. То есть если мы рассчитываем себестоимость гигакалорий тепловой энергии,
А ми можемо, ми вважаємо по кубам газу, а в газі, який нам поставляють, ці заложені ці калорії, які положені по ДСТУ, там стільки ж цих калорій, або просто куби? Це третя тема. Да, це третя тема, як ми говоримо. Поэтому в тарифе я должен показать, на гигакалорию тепла пошло столько-то газа, столько пошло на транспортировку, столько-то распределение по внутридомовым сетям и так далее. Потому что есть сети, где обслуживает Николаев Теплоэнерго, а есть сети, которые внутридомовые должны обслуживать те организации, которые их обслуживают. Там тоже есть вопросы, понимаете? Есть вопрос еще контроля. Есть вопрос контроля гигакалории, да. Сколько... Все технические траты. Да, то есть есть и технические вопросы. Поэтому, когда падает цена газа, естественно, а в себестоимости цена газа, это основная львиная часть, соответственно, должна падать и стоимость гигакалории, которые мы отпускаем населению. Я думаю, что львиная часть все-таки у нас по сетям сидит в потерях, в теплосетях. И надо создавать рынок конкуренции, поставки тепла, разделять компанию, тоже теплопоставляющую компанию, на транспортировщика и генерацию. И генерацию тоже делать рынок для генерации. И вот тогда мы сможем конкурировать и снижать цены на тепло. Я же відчуваю, що енергоефективність – це тема, на яку так само можна вас обох запрошувати, буде про що поговорити. Ну а що стосується зниження тарифів, це можна було б зробити лише заплативши різницю з міського бюджету, я вірно зрозумів, так? Або знизити ціну на газ. Це не може зробити міська влада, скільки вона. Або за багато десятків років знижати втрати в сетях. До цього. Це до питання про енергозбереження. Дякую за участь в цій програмі. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.